Готовим самый вкусный плов в казане. Для этого нам потребуется рис басмати 500 грамм, лук, морковь, чеснок, говядина, курдючное сало, растительное масло и набор специй для приготовления плова. Хорошо промываем рис и оставляем его в холодной воде на 30 минут. В раскаленный казан вливаем растительное масло. Отправляем туда порезанное кубиком курдючное сало, обжариваем его и вынимаем шумовкой. Оно нам больше не понадобится. Начинается самое интересное. Отправляем говядину в казан и равномерно прожариваем ее со всех сторон, постоянно помешивая. Когда мясо карамелизовалось, добавляем лук, а затем и морковь. Тщательно перемешиваем овощи и мясо и дадим какое-то время им хорошенечко прожариться. Пришло время добавлять специи. У меня это куркума, зира, кориандр, перец чили, перец черный горошком и барбарис. Щедро добавляем соли, зирвак должен быть пересолен. Теперь все тщательно перемешиваем и уже можем наслаждаться потрясающим ароматом. Добавляем воды, накрываем казан крышкой и оставляем на 30 минут. Пришло время добавлять рис. Выкладываем равномерно на поверхности рис басмати. Я использую именно этот сорт риса, потому что он гораздо полезнее привычного нам риса, более податлив, не слипается, не ломается, а также имеет неповторимый вкус и аромат. Теперь добавляем еще немного воды, примерно так, чтобы скрыло рис на сантиметр. Опускаем головку чеснока по центру, закрываем наш казан крышкой и ждем 30 минут. Ну что ж, друзья. Плов готов. Вы только посмотрите, какой он получился рассыпчатый. К сожалению, аромат я передать вам не могу, но можете поверить, что мы уже стоим и ждем, когда закончится эта съемка, чтобы скорее его попробовать. Рис басмати и набор специй для приготовления плова вы можете заказать на Озоне в нашем интернет-магазине. Ссылка в шапке профиля. Приятного вам аппетита и до встречи!